Привет всем, с вами Михаил. Сегодня я хочу поговорить об аквапарках. Я не ошибусь, наверное, если скажу, что... Ну, все, наверное, любят аквапарки, правда? Это такое развлечение для детей и взрослых. Для меня это, наверное, большее развлечение, чем для моих детей, потому что, ну, я не знаю, дети уже привыкают они ко всему хорошему, да? Они вот как бы это воспринимают как такое, ну, обычное что-то. А я помню, как мы в детстве ездили на речку купаться на велосипедах, и у нас там была такая прыгалка, качалка, тарзанка мы ее называли, такая длинная-длинная веревка, которая привязана была на дубе, и мы вот туда в бочак-тушенке прыгали. Это было так здорово. И знаете, мне даже снились сны такие, вот, где я никогда не знала, и тогда, наверное, еще не было этих аквапарков, и мне вот какое-то сооружение такое в море, где всякие горки, можно прыгать с разной высоты и так далее. Вообще, потом, когда мы первый раз приехали в Турцию, мы пошли с моим сыном в аквапарк, с маленьким еще совсем. И я подумала, вот оказывается, что мне снилось тогда. У нас этим летом просто какой-то сезон аквапарков. Мы были во Флориде, в Орландо, вот, с моей семьей. Сейчас мы ходим в аквапарк, который местный у нас в нашем районе. А это я вам показываю аквапарк, который в Арлингтоне. Эту лагуну по сравнению с Орландо-то, да? Очень. Маленькая. Здесь не очень глубоко, да, но все равно. Сейчас мы все бросим вещи. Oh!
кораблики там сейчас поснимаю. Ну ладно, просто так поснимаю. Вот городок. Сейчас это ведро. Ну иди хоть под ведро тогда. До следующего года парк.